Сіздерге Алматы қаласына жақ сауақыз өткенізде тәріктеспіз. Транзитік жошылы қасы балғырыны сәті әрі жылы өтіне тәріктеспіз. Келесеге сүткенше назарларымызды рахмет. Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в международный аэропорт города Алматы. В целях вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах до отключения табло, пристегните ремни. Ну что, мы уже сидим в аэропорту Алматы. Вот она, Лера. Всем привет, скажи, из Алматы. Вот так выглядит аэропорт. Очень такой маленький, компактный, уютный. Мне здесь так понравилось. Я уже сходила в магазин, купила здесь казахстанский шоколад. Здесь его очень много. Взяла сразу то ли 6 плиток, то ли 5, не помню. Вот такие. Это тенге. Очень популярный шоколад. Я всегда хотела его попробовать. Домой приеду, и мы вместе с Никой попробуем. Возможно, заснимем это на видео. Мне прям честно не терпится. Здесь еще какие-то виды есть несколько. Так что, да. Я еще зашла в магазин, думаю, что это все так дешево. Они стоят по 2 евро всего лишь. Вода вообще 25 евро. 0,25 евро. Я перевела сразу на воны, и мне показалось вообще так дешево. И я такая, давай все скупать. И в итоге у меня вышло там на 14 долларов всего лишь. И еще в доллар принимают. Вообще классно. Все говорят на русском. Вообще кайф. Нет, не в восторге. Я бы хотела сейчас выйти в город, погулять, но, к сожалению, надо ехать. Тебе тоже понравилось? Да. Вере тоже здесь нравится. Она здесь прям как со своей стихией, потому что здесь все по-русски говорят, ей все здесь нравится. И мне тоже. Уже здесь у нас темнеет, сейчас время уже 5 часов вечера. 6 час, 5 минут что? Осталось нам еще 2 часа. Я до этого думала, что больше 3 часов ждать, оказывается, всего лишь 2 часа 50 минут. Из Сеула в Алмату мы летели 7 часов, а отсюда, из Алматы в Москву, нам нужно лететь 4 часа 55 минут, почти 5 часов. Вот, смотрите, какие шоколадки я взяла. Это тенге. Это Казахстан. Вот это я больше всего хотела попробовать. Вот этот. Или вот этот. Я не знаю, в чем разница. Может быть, дело в размере, но стоили они одинаково. Потом вот этот темный. Это рахат. В принципе, это все, по-моему, рахат. Потом вот такой казахстанский. Голд. И вот такой Астана. Вот еще взяли вот такую водичку. Асу. Уже сейчас начнется у нас посадка. Так что мы пошли. Не туда, не туда, Лера. Мы уже сели в самолет. Лера здесь раскладывается. Это заедка самолет. Здесь есть пакетик, а внутри всякие принадлежности. Это носочки. На том самолете тоже были носочки, но мы их не надевали. Беруши. Это зубная щетка и зубная паста. Все такое маленькое. Это за ее. Жилетик? Шпинячек? Мне кажется, это тапочки. Крем для рук есть. Ручка. И вот такая маска для сна. Разбудить к приему пищи и не беспокоить. Это не жилет, как Лера говорила, а это подушка для головы, для шеи. Ну, к примеру. Мы же свою подушку забыли. Прямо перед выходом поставили на диван, положили и не взяли. Мы только что взлетели, набираем высоту, но вам, наверное, ничего не видно, потому что за окном туман, к тому же сейчас вечер. По местному времени, по алматинскому, сейчас 7:30. Лере дали вот такой наборчик. Это сумочка, и внутри были канцелярские принадлежности. Это стикеры. Такие. Это я не знаю что. Какой-то конвертик. Надо будет его открыть. Это какой-то тоже блокнотик. Здесь нужно писать свои записи. Или какие-то ребусы, кроссворды. Это 3D-пазл. А это ручка. Простой карандаш.
Это горячее. Здесь котлеты, пюре, брокколи, помидорки, морковка, булочка, сок Тропик. Это, я так понимаю, десертик. Это салатик здесь. И приборы. А, еще был вот сырчик. Ой, блин. Шереметьево в городе Москва. Местное время 20 часов 45 минут. Температура воздуха 7 градусов ниже нуля. В целях вашей безопасности просьба остаться на своих местах до отключения табло «Присните приезд». Мы забрали только что багаж. Сейчас уже пойдем к выходу. Лера тут волнуется, говорит: «Мама, а если я не готова, что делать?» Стесняешься? Руки мои бедные, ничего страшного, сейчас пойдем. Здесь очень жарко, но я так рада. Смотрите, здесь все на русском. Обалдеть. Привет, Керри. А где мама? Поехали туда. Я возьму. Привет. Привет. Как у вашего рейса? Вы чё? А? Керри, вы где встретили? Мы с другого выхода вышли. Понятно. А мы отсюда сможем все идти с вашего рейса? Вика вообще в своем репертуаре, видно сразу. Приехали. Ну что, вот мы и встретились. Да. Я теперь... думала, что все будет по-другому, ну, то есть там встретимся, там этот, а мы в итоге разминулись, да? Да, но ничего, зато здесь так тихо, спокойно было. Это даже лучше, чем когда вот такая вот эта движуха происходит. Да. Сначала там было показано, что у вас будет с опозданием рейс, посадка, но потом исправили. А, да, говорили, там туман был из-за этого. Но мы вовремя приехали. Ну да, вовремя сели. Так много народу было, знаешь, там... Весь самолет был, там у нас три места с этой стороны, три места с этой стороны. То есть у вас большое было судно, и при этом полная посадка. Полная посадка, очень много людей. Последний перелет в Лондон, потому что все равно это нагрузка, считай, 14-15 часов, что ли, в общей сложности. 15 часов, да, это тяжело. А в полете, считай, 12 часов были. Ну, знаешь, в полете вообще, в принципе, последние несколько часов всегда тяжело даются. Да. Потому что первое время ты сидишь, что-то там смотришь, фоткаешь вид из окна, кушаешь. А потом скучно уже, все надоело, да. Хочется быстрее уже. Да. Я еще что заметила, когда взлетаешь и когда садишься на посадку идешь, это самое долгое время. Ну, то есть... Знаешь, ты тоже минут 40 где-то. Да, да. На да. посадку тоже где-то так. Да. Кстати, на твоем канале теперь я с челкой. Да-да-да, вот. Корейская челка. Челка — некий странный предмет. Вот она есть? Вот ее нет. А вот, кстати, это наша мама. Вот она пришла нас встречать тоже. Да. А здесь Серж. Но его не отвлекаем, он за рулем. А вот и наши детки. С
снова вместе, да? Что-то там шепчется. Мы уже едем домой тогда и будем на этом видео заканчивать. Если оно вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, на Никин канал. Ссылка будет в описании. Впереди будут влоги совместные с Ники. А Вика сейчас поедет спать, отдыхать, потому что да. Все-таки вид уставший, да. Да, виток, конечно, не очень, но ладно, будем восстанавливаться. Да. Всем пока-пока! Пока, пока, ребятки! Пока-пока! Пока-пока!